Всем ку, ребят. Ну что, продолжаем наше выживание на Марсе. Так, давайте, наверное, пробежимся по нашей базе. Покажу, что у меня новенького, что у меня старенького. И построим сегодня взлетно-посадочную полосу для торговца. Я тут немного подготовил, но к этому мы еще вернемся. Так, что у нас тут из новенького? Что я сделал? Поставил здесь рудокопы, перенес их сюда. Один у нас вниз, другой в гору врезается. Поставил аккумулятор, он пока не заряжается. Вот солнечную панель, батарею поставил. Что пока не включаю. И поставил такой, получается, вот мини-складик, мини-домик, мини-мини-хранилище. Закрыл его стеклом. Сделал в нем вакуум. Минусовую температуру. Я не знаю, просто если эти рудокопы добывают газы, добывают воду и летучее вещество, если да, и оно будет сюда поступать, то оно не будет таять. А потом ночью, когда минусовая температура, я просто окошко открою и заберу. Если не будет, ну, значит не будет. Говорится, что поделать. Так, смотрим дальше. Построил здесь себе солнечные панели. Это чтобы заряжать, получается, наш сейчас будет компьютер, спутниковую тарелку и склад. Сделаем автоматизацию. Солнечные панели вот двигаются за солнышком. Так что, в принципе, я думаю, этого хватает. Так, вот и наши помидорки. Давайте соберем помидорки. Сейчас я выключу фильтр. Ага, фильтр у нас выключен. Сейчас соберем помидорки. Положим им в холодильничек. И сейчас батарейку поменяем. И начнем строить. И будем вызывать торговца. Так, здесь у меня были грибочки, но грибочки я перестал выращивать. Я, в принципе, все наделал вот еды. Томатного супчика. Так что, в принципе, еды у нас с вами хватает. Так что не вижу пока мисс смысла заморачиваться. Даже готовая картоха есть вроде бы. Да? Да, давайте перекусим. Все. Молодцы. Что я хотел? Я не знаю, почему у меня здесь семена с помидоров не выпадают. Либо я рано собираю помидоры, либо я что-то не понимаю. Но семена что-то не хотят у нас добываться. Здесь у меня семена картохи я добывал. Вот 7 штук. Изначально дается 3. Так самое с грибами, 7 штучек. А вот помидоры не хотят. Что кто в курсе, когда они появляются, может, в самом конце уже, когда последнюю партию помидор мы забираем. Потому что я бы собрал бы просто себе сейчас бы семена, положил бы их в ящик и перестал бы выращивать. Ну, в принципе, мне пока без еды хватает за по глаза. Так что, да, так что как-то так. Ну что, давайте возьмем, соберем нашу взлетно-посадочную полосу для торговцев. Для торговцев. Так, давай сюда. Сюда, сюда, а ты сюда. Так, ты кто? Угу, ты пока мест нам не нужен. По поводу торговцев, по поводу площадки. Можно было, конечно, сделать 3 на 3 маленькую. Ну, то есть, раз, два, три. Раз, два, три. И вот так это получается. 3 на 3 здесь площадка. Но здесь прилетает маленький торговец. Но я знаю, что, по-моему, тут можно делать 9 на 9. Вот у меня тут идет 9 на 9. И в длину для больших самолетов, для грузов, у меня 20 штук идут. То есть 20 кубов. Надо было ли ставить каркасы? Нет, не надо. В принципе, можно было и так строить. Я тебе потом покажу. Ну, так как вы видите, у меня земля здесь неровная. И чтобы не выравнивать это все, поставила каркасы. Да, плюс немножко, как говорится, надежнее будет. Так, давайте смотреть. Набор склад. Набор склад, наверное, мы сразу поставим куда-то впритык. Вот сюда. Или куда? Да, наверное, давайте вот впритык вот сюда поставим. Проведем сразу проведем. Где наша проводочка?
Так, комнатка наша. Ну, я потом покажу. Комната отдыха. Сейчас проведем проводку. Сразу же сюда. Так, что нам нужно? Нам нужны инструменты. Так, проведем вот так, вот сюда. Единственное, только я не понял, как торговать с торговцем. Вот это что, проблемка. Наверное, вот сюда мы закидываем все наши продукты, которые нам не надо. И когда он прилетает, мы с ним потом начинаем торговать. Либо так, либо я без понятия. Так, ладно. Вызовем, посмотрим, разберемся. Дальше мы ставим с вами компьютер. Не, компьютер пока ставить не будем. Давайте спутниковую тарелку. Вот, спутниковую тарелку, наверное, мы разместим с вами. Наверное, как-то вот. Вот сюда. Сможем? Да, сможем. Дальше у нас идет компьютер. Компьютер, наверное, возле. Возле тарелки, наверное, и установим, чтобы далеко не бегать. О, отлично. Так. Давай проводами все соединяем. Погоди, Арчи. Не то. Не те провода. Я сразу силовый кабель устанавливаю. Говорится, надежнее будет. Не будет так сильно перегорать, если что-то пойдет не так. Так, давай сюда. Давай вот так. Все, соединили. Да, соединили. Сразу, наверное, давайте соединим нашу тарелку. Спутниковую. И посмотрим, что тебе нужно. Так, листали одна штука. Угу. Идемте сделаем. Я не помню, есть ли у меня готовая сталь лишняя. Потому что это все нам пригодится для нашей... взлетно-посадочной площадки. Так, давайте посмотрим, если у меня тут сталь. Да-да-да, сильно долго и нудно это происходит, знаю. Так, слиток стали, да. Есть, отлично. Нам, по-моему, там понадобится одна штучка всего лишь. Так, давай смотреть, где наша сталь. Во. И, по-моему, лист пластика, если не ошибаюсь. По-моему, лист пластика. У нас есть пластик? У нас пластика, по-моему, нету, да? Ну ладно, давайте посмотрим. Если не ошибаюсь, по-моему, на тарелку надо еще и лист пластика. Так, раз. Что нам дальше надо? Ага, разводной ключ. Есть. И, да, лист пластика одна штука нужна. Этим мы займемся. Так, отлично. Открыть, вставить чип связи. Так, ставить чип связи. Во. Закрыть. Идемте сделаем пластик. Сделаем пластик. Во, хорошо. Как раз хватит на одну штучку. По-моему, один, да, лист пластика там нужно было? Или могу ошибаться. Во, да, одна штучка, все, готово. И теперь нужно сейчас будет устанавливать здесь. Куда наши будут, кажется, наши самолеты прилетать и садиться. Так, это что? Это оно, да, по-моему, это оно. Так, давай сюда. Кабель нам пока здесь не нужен. Пригодится нам, конечно, но пока мы еще не нужен. Так, и давайте смотреть, как мы будем с вами это все устанавливать. Если не ошибаюсь, нам, по-моему, еще нужно, да, вот эту вот штуку. Вот эту вот штуку присоединить вот сюда. Проводка пройдет. Угу. По идее, пройдет. Можно ли ее сюда?
провести провод. Ладно, давайте. Давайте тут остановим. Здесь как раз будет подключаться через проводку свет на взлетно-посадочную. Сейчас давайте мы сразу сделаем, чтобы не забыть. И продолжим. Так, раз, два. Для этого нам понадобится, чтобы сделать, полностью довести его до конца, листали. Очень много. У меня только на взлетно-посадочную полосу. Вот тут, получается, идет 60 кубов. И здесь 81. А на каждую нужно по одному листу стали. Так что вот, считайте, когда захотите построить такой вот здоровый комплекс. Так, давайте смотреть. Давайте смотреть, куда будет приземляться. Куда он будет приземляться, наш самолет и наш торговец. Так, сейчас, секунду. Давайте, наверное, где-то вот тут, может быть, повернуть вот так. Да, давайте, наверное, куда-то сюда установим. Так, дальше что у нас идет с нами? Давайте вот такими вот штуками, дрюками. Ага. Я, походу, чуть-чуть неправильно это все сделал. Или правильно? Нет, неправильно. Кое-что неправильно сделал. Надо вот это вот ближе сюда подвинуть. Как раз установить вот, да, вблизи сюда. Так что придется немножко переделать. Корица, я таки извиняюсь, но пишем все одним дублем. Корица, делаем все одним дублем. Так, где ты? Не, дай. Вот так. Вот так должно быть. Значит, вот это мы сейчас обрежем с вами. Угу. Так, давайте вот так сделаем. Запрячем. Возьмем, установим. Да, наверное, вот так. Правильно? Да, правильно, вот и все идет отчет отсюда. Так, провод забрать. Здесь подсоединить нужно будет сейчас его. Как-то надо будет его так придумать, сделать, чтобы это все еще красиво было, не мешалось под ногами. Ладно, давайте выведем так. В принципе, потом, если что, исправим. Нам главное сейчас понять, будет все, работать ли наша с вами система или нет. Потому что я не уверен, что у меня потянет, в принципе, мой аккумулятор. Такую большую постройку. Так, дай кабель, дай кабель. Угу. Так, делаем вот так. Делаем так. Делаем так, делаем так. Все, по идее, подключено. Правильно же работает? Что не так? По идее, должно работать. Ладно, ладно. Странно, конечно. Хотя не будем выкидывать. Мало ли сейчас ураган начнется, и мы с вами потеряем кабель. Так, дай пройти, и давайте дальше смотреть, что мы тут будем с вами делать, как устанавливать. Так, поехали. Наверное, вот такими вот штуками. Не-не, мы так и с вами и сделаем их.
Надеюсь, я все делаю правильно. Так, все хорошо. Отлично, отлично, отлично. Я, конечно, не представляю, что там будет за самолет, которому нужно будет 9 на 9. Ну, посмотрим. Надеюсь, мы сможем вызвать его. Не, не то. Так, и я надеюсь, что этого ему хватит. Что не нужно будет дальше здесь устанавливать вот такую вот штуку. Что ему с головой хватит места. Не-не-не-не-не, стой, 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 не туда. Не то, не туда. Здесь еще, по-моему, можно построить баки для хранения жидкости и газов. И когда торговец будет приезжать к нам, можно у него будет закупать, наверное, воду и газ. Но с этим я еще точно пока не разобрался. Просто здесь не все переведено. Как бы не все понятно. Хотя я уже сколько играю? Сколько я в эту игру играю? Около недели где-то. Но все равно еще не все нюансы я понял. По поводу фарма на вот это вот все, я бы не сказал бы, что я много времени на этот фарм потратил. В принципе, с очками, когда видно все материалы, ну, когда ты его включаешь, и видно конкретно, что тебе где нужно и сколько нужно, то это просто делается. Да, но помимо этого всего, сейчас нужно будет еще с вами зашивать это листами стали. Надеюсь, горелки... Тихо. Надеюсь, горелки нам хватит. И надеюсь, я правильно рассчитал количество этих вот кубов. Потому что будет печально, если я неправильно это все рассчитал. Я, походу, неправильно все рассчитал, да? Да, я неправильно все рассчитал. А почему? Почему я неправильно все рассчитал? Что не так? Вроде бы должно быть правильно. Вроде я высчитывал. Или я просто не все забрал. Так, а ну погодь. О, я просто не все забрал. Так, вот сталь, которая нам нужна будет. 81 штучка. Я уже думал, что я реально неправильно все посчитал. Но не. Нормально. Так, это ж оно, да. Оно. Так, куда я установил? Угу. Я куда-то на пол его установил. Окей. Так. Все, отлично. Куда-то в пол оно ушло. Почему-то. Почему-то куда-то в пол оно ушло. Так, еще чуть-чуть, еще немножко. Так, раз, два, и все равно. Все равно одной штучки не хватило, да? А как я так считал? Я, наверное, в учет вот эту вот фигенцию не учел. Ну ладно, ладно. Сделаем. По-моему, сталь и медь у меня есть. По-моему, в принципе, сталь и медь у меня есть. Сейчас попьем водички. И пойдем сделаем. Так. Дай сюда. Дай сюда. Давайте соберем все назад. Тут выключим. Блин, как всегда. Одна штучка и не хватает. Я не знаю, как я так просчитался. Хотя по стали у меня все вроде бы точно было. Так, где эта штука? Где эта штука?
Так. Где ты? Где ты находишься? Как тебя зовут? Ну-ка. По-моему, вот эта штука. Если я не ошибаюсь. То, что нам надо. Сейчас как раз заодно и проверим. Да, вроде бы она. А ну-ка. Давай смотреть. Да, она. Шикарно. Ну что, берем в руки горелку. И давайте запаивать это все. Ага, моток кабеля. Хорошо. Отлично, тут больше не надо ничего. Здесь нужна горелочка. Так, давай смотреть, ровно мы делаем или нет. По идее, да. Блин, хорошо, когда уже все есть готовенькое. Там можно просто так раз, два, три и сделать. Да-да-да, низкий заряд, это все понятно. Ух, вот это мы делаем, конечно, с вами. Место. Не только шаттл сядет, тут еще Годзилла с Кинг-Конгом смогут переночевать. Так, что у нас там по поводу заряда? Где наши? О, давай сюда. Пока не закрываем. Давайте доделать. Но это же не все. Нам еще нужно будет прокладывать сейчас 60 вот таких вот кубиков. А потом надо будет разбираться с торговлей, потому что я вообще без понятия, как и что нужно делать. Говорится, в принципе, я понял, плюс-минус, что нужно делать. А что-то дальше, как идти вместе с вами разбираться. Все, по идее, вот сюда, вот на это место, должен будет прилетать наш торговец. Должен будет пролетать наш самолет. То есть в эту сторону, как он смотрит, вот он так сюда приземлится. И здесь должен быть, да. Ладно, давайте дальше строить. Крыса, давайте дальше строить и смотреть. Так, давай сюда, 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 и сюда. О, отлично, тут даже сталь влезет. Так, что это такое? Анализатор атмосферы. Ладно, давай пока мы тебя выложим. Чтобы там место они нас не забирал. И давайте смотреть, что у нас тут и как. Так, с этой стороны... где ты? Нет, это у нас становится сзади. Тут, по-моему, у нас будет с вами... По-моему, вот такая вот полоса должна быть. Если не ошибаюсь, по-моему, то вот такая вот полоса должна быть. А здесь... Тут я без понятия. Тоже, наверное, такую давайте сделаем. Посмотрим. А может, и не такую надо было. Сейчас будем разбираться. Так, не то. Не то, не то, не то, не то. Так, а давайте посмотрим, как она будет выглядеть. Где наша горелка? Так, ну вроде правильно. Либо тут пунктиром нужно было делать его.
Я не знаю. Просто я не уверен. Или здесь нужно было делать не прямую, а пунктиром. Если что, переделаем. Если я неправильно что-то начал делать, потом переделаем. Потому что на данный момент мне сейчас нужно будет опять фармить сталь. Опять фармить. Я не помню, что там еще нужно было нам медь. Так что давайте сделаем. А если что неправильно, мы потом исправим. Так, еще чуть-чуть осталось. Я, в принципе, не уверен, что мы сможем вызвать с вами такой большой самолет сюда. Там вроде бы еще что-то нужно установить было, кроме взлетно-посадочной полосы. Так, еще чуть-чуть, еще крапулечку. Все, последние 10 штучек. Подключаем, включаем, как говорится, батарею. И раз ночью посмотрим, как это все работает. Все. Ну, или... Или давайте еще сюда так ставим. Все, отлично. Так, берем горелку и полетели. По-моему, если я не ошибаюсь, то тут нужно было делать посередине вот такую вот линию прямую, а здесь пунктирную. А может и нет. Как говорится, не проверишь, не узнаешь. Просто реально перерабатывать это все и переделывать заново, как бы... Мне очень сильно хотелось, потому что я потратил на это где-то около 2 или 3 часов. Все, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Все, отлично. Блин, просто если... Так, выключись, пожалуйста. Просто если самолет будет сюда и так ехать, не упадет ли он? А за какую пунктирную линию я говорил, я сейчас могу показать за вот такую. Так, как тебя? Как тебя так разобрать? Алло? Говорится, алло, как тебя разобрать? Угу, вот так. И... Где-то... И вот так. Так, а вот ты как раз... Сейчас залетим. Где она? Вот такая вот пунктирная линия. По-моему, надо было ее ставить ее по бокам. Если не ошибаюсь. Вот такого вот плана, наверное. Это то есть мне надо было делать вот таких вот больше штучек, чем вот таких полос. Ну, ладно. Маем еще маем. Обратного пути назад уже нету. Так, все. Закончили. Здесь закрыть. Тут мы подключаем. Здесь мы подключаем. Включаем раз и включаем два. И по идее, давайте, наверное, поставим на 4000, 4500. Оно должно все заработать. Но оно не работает. И почему, если все правильно подключено, говорится, что не так, что не так, почему ты не работаешь? Так, давайте посмотрим.
Ты не включен, да? Из-за чего? Что тебя не устраивает? Вот она чё. Вот она чё, Михалыч. У нас проводка там не до конца доведена. А это думаешь, что случилось? Почему ты не хочешь работать? Пошло? Да. Е, бэйби. Хорошо, отлично заработало. Значит, здесь мы закрываем. Так, здесь мы закрываем. И давайте смотреть на нашу взлетно-посадочную полосу. Так, почему тут не работает? Потому что я там, по-моему, кнопочку не включил, да? Так, а ну-ка. Бум, да, есть. Так, вообще шикарно. В принципе, отлично. Так, идемте к компьютеру и посмотрим. Так, давайте посмотрим, как это все с высоты выглядит. Ну, в принципе, да, такая массивная построечка. Не маленькая. Так, давайте смотреть. Давайте смотреть, что у нас тут есть. И кого мы тут можем вызвать? Так, 7 на 7. О, самолет. А давайте самолет попробуем вызвать. 4500. 4500. А у нас сколько здесь? 4500. 5500. Ну. Нам не хватает, да? А чего не хватает? Ладно, давайте. 3. 3,5. Что не так? Почему ты не хочешь? Мне не хватает мощности, да? Я так понимаю. 4. Ладно, давай маленький самолет вызовем. Что не так? Так, 452, 4500 ватт. Угу. Что ты хочешь от меня? 3500. Ага, не подходит, да? А тебе 3500 подходит? Ну. Ну, не хочешь, да? Ты у нас не хочешь, хорошо. Ну, давай накрутим, не знаю, там, побольше. Что не так? Что не так? Так. Торговец запрашивает разрешение на посадку. Ну, давай. А, где ты у нас? Ага, вот и торговец. Но это маленький, да? А я хочу большой Боинг вызвать. Так, по идее, он должен вот сюда приземляться. Так, давайте смотреть. Здорово. Как оно? И здесь остановиться. О, умничка. Бонжур. Так, все, ребята, угоняем корабль. Давай. До побачення. Не? Ну и ладно, не больно сильно уж хотелось. Так, давай смотреть, что у тебя... Ага, у тебя есть... Ага. Это ты что, это ты хочешь купить или это ты хочешь мне продать? Или это ты хочешь мне продать? Так. Стой, погоди. Погоди. Давай-ка мы кое-что проверим с вами. Как мы с тобой будем торговать. Так, сейчас засунем туда продукты какие-то, я не знаю. Что у нас с вами есть ненужного. Попробуем с ним поторговать. Так, что это такое? Модуль улучшения автолата. Да, давай. Лист. Листали, листали. Один штучек. Пусть будет лист пластика. Будет батарейку. Я такую не хочу. Давайте вот такую вот попробуем. Попробуем ему продать. Сможем ли мы? Или нет? Так, давай сюда. Давай сюда. Все, оно тут. Теперь, по идее, сейчас должна светиться вся штука, где я хочу ее продать. Как раз посмотрим, где оно находится.
Или я что-то не так делаю? Что я не так делаю? Что ты от меня хочешь? Как с тобой торговать? Алло. Я ж подключен? Подключен, правильно. Так, О2. 5 евро. Блин, ну на складе ж там же есть же эта штука, которую я хочу продать. В чем проблемка? Ну вот, аккумулятор, автолад. Да. Улучшение для автолата. Так, 2 евро. Что ты хочешь? Баллон зеленый. Ну, давай попробуем. Хорошо. Это покупка, да? Или это продажа? Так. Хорошо. Стой, стой, стой. Не улетай. Нет. Ну, вернись, я еще не разобрался. Так, где тут еще кто есть? Вроде мне не хватает. 7500 ватт надо, да? Алиша. Ой. Что взорвалось? 4500. Так, 3 на 3. Так, давай сюда. Да? И приземляйся. Я все-таки хочу разобраться, как с тобой торговать. И сколько мне нужно для самолета энергии? Вот это я понять не могу. Сколько тебе нужно энергии? И какую тебе нужен? Сколько выдает вообще батарея наша обычная? Так, 3 на 3. Хорошо. Давай, возвращайся. Здесь мы пока не закроем. И давайте смотреть. Да, нам, наверное, все-таки с вами не хватает энергии. Для этого всего, наверное, нужно ставить... Так, как бы к тебе подобраться поближе? Сейчас хочу показать. Вот у меня стоит вот такой вот аккумулятор. А... Я ж не знаю, как выдать мне 7500, если тут пятерка максимум. Установите большой трансформатор, огромный. Не знаю. У меня-то есть один трансформатор огромный, где он тут? Я его, по-моему, делал. Вот, большой трансформатор. Но он что-то не хочет мне выдавать все мои ватты, так как я хотел. Ну ладно. Так, давай пока мы тебя тут установим. Идем смотреть, что от нас хочет торговец. Либо что мы хотим от торговца. Я просто хочу разобраться, как тут торговать. Так, здесь, да. Здорово. Ага, лист пластика, лист пластика, лист стекла у нас есть? О, у нас есть с вами... Есть с вами, это как его... сталь. Сталь у нас с вами есть, это хорошо. Давайте попробуем сталь продать ему. Так, дай сюда. Дай сюда, дай сюда. Сталь, наверное, сюда тоже, да? Надо ложить. Я не посчитал, сколько у меня штук. По-моему, 11 было. Давай смотреть. Так, сталь. 11, по-моему, штучек у нас. Так. Давайте 10 поставим. А, это закупка, да? А здесь продажа. Ага, что ты от меня хочешь? Слиток стали. Окей. Окей, у меня есть сталь, да, слиток стали, хорошо, я сбегаю. Блин, жалко, что там нету у него всего того, чего мне надо. Или тут у меня сталь находится? Не, не тут. В принципе, сталь не так трудно делать, железа у меня много. Так что ничего страшного. Так, 113 штучек. Давайте засунуть на склад. Если не ошибаюсь, то у нас склад с вами.
Так, давай смотреть. Сталь, продадим тебе. Давай. 33 штучки. 33 штучки. Купишь мясо? Не? А чего? Что не так? Что случилось? Что не так? Что тебя не устроило? Хорошо, одну штучку. Стопэ, что у меня? Что ты от меня хочешь? А, у меня кредитная карта. Не с собой. Блин. Ну да, он же не сможет мне бабки, бабосечки перечислить. У меня кредитки с собой нету. Не, она-то у меня есть. Она у меня здесь. Вот она. Вот моя кредитная карточка. Вот она моя хорошая. Блин, я аж пить захотел. Аж в горле пересохло. Как все сложно. С этим торговцем. Так. Ага, значит, я так понимаю, правая строка у нас продается, а левая то, что мы можем с вами купить. Правильно? Так, давайте попробуем. Сколько у нас там? 100 штучек, да? Давайте 50 продадим. 62 евро, да? Да, зачислено. Короче, знаешь, вот правая строка. Это то, что мы продаем, и то, что мы можем у него купить. Ну, это все у нас есть. Так что мы сможем с тобой попрощаться. Давай, пока-пока. Главное, что мы разобрались. Справа продать, слева купить. И мы можем не все продавать, то, что мы хотим. Так, где наша сталь? Сколько тебе осталось? Так, сколько тебе осталось штучек? 11. Нет, не то. Вот эта штука. Да, как раз мы продали. Ну и ладно, ну и ладушки. Так, давай возвращать. И давай разбираться, почему я не могу, как говорится, поднять ногу. Не ногу, а ногу. Так, почему я не могу вызвать большой самолет? Низкий заряд. Да, я так и понял. Так. Давай пока выключим. Не, сильно темно. Лампы пока не установлю. Блин, может через этот вот сделать. Сколько здесь мы сможем выдать? Сколько ватт мы сможем выдать? Ё-моё. 2000 ватт. Ага. Если бы оно вообще так бы работало, да? Ладно, давайте смотреть, давайте разбираться. Может как раз и получится сейчас вызвать огромный самолет. Так, помидорки, ладно, с этими помидорками. Пусть растут. Нам нужно здесь разобраться. Так, закрыть не туда, вот сюда. Так, открыть раз. Сложить. Забрать, открыть. Я не уверен, конечно, что это все сработает, так как я задумал. Где-то кусочки, вот они. Но попробуем. Так, это провод идет отсюда, вот сюда, да? Да, хорошо. Значит, надо попробовать сделать его через верх вот сюда и провести эту штуку. Так, по идее, вот сюда входит ток, а тут мы его распределяем, правильно? Правильно, значит, нам нужно будет вести его отсюда. Я сейчас понимаю, что электрики в шоке, которые меня смотрят. Но, ребят, как говорится, сори. Так, пока подсоединять не будем. Сделаем вот... Не-не-не, ты чего? Ты чего? Сделаем вот так... Хотя вроде бы не должно коротнуть. Так что ладно, выводим вот сюда. Дай. Ну давай. Ну, во. Так, раз, два, три.
Все, и здесь мы потом с вами соединим, да? Ну. Бум. Что взорвалось? Что-то взорвалось. Что я сделал? Что не так? Ага. Понятненько. Но хоть не бомбануло, как этим было, помните, с баками. Так, ладно, это мы сейчас все исправим. Это мы сейчас-то все исправим. Да не столь так страшно. Все, по идее, эта штука должна работать. Правильно? Так, нет, не то сделал. Не то сделал, не то сделал. Наверное, из-за этого оно и коротнуло. Так, не работает, не работает. А сейчас? И сейчас не работает, да? Ну, правильно я распределил. Вроде вот сюда идет. Или нужно наоборот сделать? Поменять это все местами. Так, ладно, ладно. Давайте менять местами. Ну, вроде бы я правильно все было сделал. Давайте так поменяем. Давайте так поменяем. Я ж не против. Но мы должны добиться того, чтобы к нам прилетел огромный самолет. Так, не взорвалось? Не взорвалось. И хорошо. Бум. Во. Давай выдаем. Сколько тебе? 15 тысяч. Хватает? Хватает. Так, давай сюда. Где мой? Где мой хороший самолет? 7 на 7. А ну. Давай, давай, давай. Лети к папочке. Во. 7500. Вот тебе надо. 7500. 8. На. Не, не подходит. Больше нужно. Давай по максимуму тебе сделаем. Восемь. Что ты от меня хочешь, спутниковая тарелка? Что ты от меня хочешь? Почему? Блин, ну 3 на 3 хочет садиться. Да, это понятно. Почему ты не хочешь? Что не так? Что не так? Что? 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 Больше, меньше. 500 ватт. Ага, 500 ватт 3 на 3. Давай сделаем больше. Давай полторы. Две. Во. Сколько тут? 2500. Может, не нужно было и большой трансформатор подключать. Ну. Как же ж это долго. Конечно, это все прикольно, но это долго. Хорошо, давай добавим тебе трешечку. Трешечку нормально? Я не могу понять, это идет поисковая система или что это идет? Зелененьким загорается. 4. Давай. Давай, мой хороший, давай, 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 давай. Неужели я зря все это добывал? И делал. Так, что там по поводу трансформатора? Может, больше надо выдать? Ну, там больше 7, чего больше 8 я не могу выдать, правильно? У меня тут 1500 ватт. Давайте меньше сделаем. 1000. Все равно больше. Не, погоди, стой, что-то не то делаю, да? Так, 7500, 8500 ватт, 8500. А тут у нас сколько я выдаю? 10 тысяч, да? 11 тысяч. Ну все, вроде должно хватать. Так, дай пройти.
Во. Блин, ну вот стрелочка, я понимаю, что я стрелочку сейчас нажму, маленький торговец 3 на 3 прилетит. А здесь чего не хватает? 6500 ватт. Нужно тебе, да? 189. 6500 ватт, 6500. 5500, 6500. Блин, 189 ватт, 66 секунд. Какие 189 ватт, вы о чем? 1500 мало. Хватает, да? Так, ребят, кто знает, как это все исправить? Ладно, давайте пока здесь маленького торговца посадим. Просто в чем прикол, я не могу понять. Почему большой не хочет? Почему большой самолет не хочет? Здорово. Здорово, инопланетянин. Привет, да. Что ты хочешь мне тут? Так, ничего, да? Угу. Ты хочешь покупить? Покупить у меня сталь. Так, справа продать, слева купить. Слева покупать я тебе ничего не хочу. Все, пока-пока. Я хочу вызвать большой самолет. Давай. Все, пока-пока. Почему ты не хочешь вызываться? Во. Тарелочку. Нет. Нужен 189 ватт 66 секунд. Ну, в чем проблема? Я же выдаю, выдаю. Что не так? Что тут больше нужно, может? Давай по максимуму накрутим. Сколько нужно? 189, на тебе 2000 ватт. На 2000. Что не так? Вот что не так? 7500, но больше 7500 я тебе никак не выдам. Больше 7500 я никак тебе не выдам. Падла. Так, ребят, давайте, наверное, я сейчас посмотрю, что не так. В чем, как говорится, прикол, почему он у меня не хочет. Падла сажаться и потом подключусь. Так что все, не прощаюсь. Скоро буду. Так, ребят, все-таки я понял, разобрался, как это сделать. Сейчас покажу. Блин, я долго мучился. У тебя есть помидорка, я хочу помидорку. Так, дай мне помидорку. Сколько стоит? 50 евро. Моя ж ты ж. Моя ж ты зайка. Хорошо, давай покупаем у тебя помидорку за 50 евро. Sold. Отлично, попрощаться. Сейчас самолет улетит. Пока, пока-пока, самолетик. В общем, в чем была проблемка? Проблемка была в электричестве. Мне не хватало электричества. В общем, ставите себе вот такой трансформатор, ставите на 8000 батарею, и дополнительно я еще здесь угольный поставил. Ну, то есть, чтобы мне его хватило на заряжать. Все. Настраивайте антенну, крутите вот эти вот два рычага вправо-влево, и вы сможете найти себе самолет. И не только самолет, как говорится, еще тут есть огромные самолеты, которые привозят вам газы, воду, продукты и тому подобное. Так что давайте попробуем нажать. Попробуйте еще раз его посадить. Вот, да, отлично. Взлетно-посадочную полосу, значит, мы с вами сделали так, как надо. Можно здесь было, конечно, и пунктиры сделать, но в принципе, я думаю, и так нормально. Так что ура, мы молодцы. Так, давай, приземляйся. И остановился. Все, значит, мы с вами правильно все сделали. Здорово.
Что у тебя есть все то же самое, да? Да, понял. Ладно, давай, пока-пока. Давай, пока. Улетай. А мы с вами попробуем сейчас покрутить. И попробуем найти... Так, погоди, в какую сторону? Вот эту вот, по-моему, сторону. Давайте в противоположную сторону сейчас будет крутиться и посмотрим, какие тут самолеты у нас с вами еще есть. Этот у нас улетел. Конечно, это все долго происходит, но... Что поделать. Так, какие здесь у нас еще есть самолеты? Я здесь, по-моему, видел с этим, как его, либо с кислородом, либо с обычной водой. Так, ну, добавляется что-то. Я, по-моему, здесь где-то видел штуку, которая сможет ее автоматически сделать, настроить поиски торговцев. Надо будет с этим разобраться, посмотреть. Потому что каждый раз вот так крутить как-то не камильфо. Ну. Давай. Давай найди мне кого-нибудь. Но по большому счету, что нам нужно? Нам нужно будет в дальнейшем, наверное, здесь где-то рядом построить площадку для ракеты. Здесь у нас, да, есть ракета, по-моему. Не знаю, на которой мы сможем либо улететь, либо мы сможем на ней... Сейчас водички попьем. Либо сможем на ней добывать тоже как-то ресурсы. Так что... Так как вода, я так понимаю, у нас тут... Заканчивается рано или поздно. Да ее тут, в принципе, не так уж и много. Понятно, что можно, если, к примеру, у вас нету там воды, либо еды, каждый раз откисать. И каждый раз, когда вы перевозрождаетесь, у вас стопроцентная хпшка. Ну, как-то не камильфо. Низкий заряд. Да-да-да. Так, а найди-ка мне кого-нибудь. Найди-ка ты мне кого-нибудь. Кого-нибудь найди мне. Так, низкий заряд. Давайте поменяем. В принципе, я-то сегодняшней серией доволен. Все-таки смогли разобраться и понять, как говорится, что не так. Вот, добавилось 6 на 6, видите? О2. Можем... Можем тебя вызвать, да? Правильно понимаю? Так, все, остановись. Можем вызвать, по идее, да. Не? Не хочешь? 6 на 6. Алло. Алло. Так, куда я крутил? Давай. Давай сделаем вот так. А этот не хочет. Либо я не туда кручу, либо я что-то не то понимаю. Так, ну? Пошло? Так, мне надо либо тарелку, либо в эту сторону вправо, либо максимально туда до солнца. Ладно. Давай попробуем максимально до солнца. Главное, что мы помидорку с вами купили, правильно? Мы же купили помидорку. Семена. Да, вот она. Значит, в принципе, можно с огородом будет и не заморачиваться. Так как супа я наделал себе лет на 5. Ой, как же все-таки долго. Как же все-таки долго ты это делаешь. Блин, надо будет посмотреть, покопаться и разобраться, как сделать автоматический поиск этого всего. Опа, исчез. Хорошо. Понял, не туда. Давай назад.
Давай на ноль. Во. Ну да, долго. А что я могу сделать? Другому никак. Блин, ну я доволен все-таки, что сработало, что не нужно будет его перестраивать. И что можно сохранить это сохранение, эту игрульку, да. Потому что я не стал сохранять. Думаю, мало ли, если пойдет что-то не так, то лучше переиграть. Перезаписать. И перезаписывать не пришлось. Ну, кроме вот этого момента с непонятным разбором, как говорится, полетов. Не хочешь, да? Не хочешь ловиться. Ну и ладно, буду я разбираться с автоматическим поиском торговцев. Не знаю, может, в следующей серии, когда мы что-то будем делать с вами новенькое. А вот, потихонечку идет. В следующей серии, когда мы будем что-то делать новенькое с вами, я покажу. Может, сделал автоматику, может, нет. Так что все. В принципе, я доволен. Можно, как говорится, вырубать. На сегодня хватит. Так. Вырубили. Все. Да. Пусть заряжается наш аккумулятор. Спокойно. До конца уже. Надо будет, наверное, трансформатор запихнуть внутрь, чтобы он не мешался. Спрятать эти провода. Сделать все красиво. Но это уже, как говорится, будет завтра. Так что все. Давайте. Где наш ломик? Вот ты. Все, закрываем дверку. Здесь выключаем все на ночь. Как говорится, проверяем, чтобы тут не было марсиан. Запираем. И идем ложиться басечки. Да, это моя комнатка. Здесь у меня, как говорится, вот шкафчик, диванчик, шоколадки. И пару, эти как его, скафандров с костюмом. И креслочка. Да, и, как говорится, моя любимая чашечка кофе. Так, все, ребят. Я басечки. Сегодня был продуктивный день, да. А вам всем, как говорится, пока-пока. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. И всем до потом.